Товарищ Си Цзиньпин в своей речи на Сталинском саммите ШОС акцентировался в первую очередь на важности сохранения шанхайского духа в организации. То есть шанхайский дух предполагает новый формат взаимоотношений между государствами в новом формирующемся мире. То есть это отказ от блокового мышления, отказ от конфронтационности и выстраивание отношений на фундаменте взаимного уважения, то, что всегда лежало в основе ШОС.